Молодой водитель погиб на Камчатке. 19-летний парень управлял автомобилем Toyota Mark II, не выбрал безопасную скорость и съехал с проезжей части. Машина опрокинулась. В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вечером в микрорайоне «Горизонт», автомобилист скончался. В госавтоинспекции края сообщили, что устанавливают обстоятельства произошедшего. Жителей и гостей Камчатки, водителей и пешеходов призывают быть внимательными на дорогах. Автомобилистам не стоит совершать необдуманные маневры, превышать скорость и несерьезно относиться к установленным правилам безопасности. Ошибка может стоить жизни.